Спонсор этого ролика — канал Евген Контра. Ну, того самого, который мой дружище хороший. Помните, мы с ним еще снимали GTA Online? Так вот, перейдя по ссылке в описании, вы можете попасть на его канал и посмотреть все, абсолютно все, что он там снимает. Так что обязательно заглядывай и подписывайся. Не, ну реально, чувачок-то клевый. Не игнорь, заходи, подписывайся. Мамой клянусь, не пожалеешь. Понятно? Правда хочешь, чтобы я сейчас ответила? Не-не-не-не-не-не, давай ты вот в эту штуку меня не будешь вставлять. Меня и так слишком много на твоем канале. Я это вставлю. Лёва, ты понимаешь, что ты живешь со мной в одной квартире? И что, чтобы тебя убить, мне особо напрягаться не надо. Ты носки будешь искать дольше, чем я нож. Понимаешь? Все равно подписывайтесь на канал Евген Контра и поехали. Всем привет, друзья! С вами Варпач, Леон и, конечно же, Коудгейм. Здорово, ребятушки! Всем привет! Ребята, у нас сегодня с вами карта паркур, здесь не зачем. Куда ты поехал? Как ты поехал уже? Ты читер? По инерции просто. Так, тут карта паркур, не нужно ехать, да, нужно слазить. Мне кажется, надо ехать, да, просто бежать. А еще сталкивать всех остальных. Нет, я падаю, гайс! Пока, прощай, пиши письма оттуда из ада, блин. Как? Почему я лечу? Блин, все стрелять могут, это трэш. Сейчас будет трэш, все пока патроны. Взял сейф, ребята, я зацелился. Мало. Ты там вообще не надо далеко убежать. Почему? Я на первом. Как прыгать на этой? Брать, нахрен, все, перестрелять. Лол. На боемиксе надо катить быстро, пока они не ожили. Так, давай. А я упал. Нет! Зараза, так, ладно. Ребят, вопрос. На пробел прыгать? Да. Да. Почему он сам прыгает? Скажите мне. Нет, дерьмо. Не, надо. Мне кажется, нужно просто угол специальный подобрать и как разбежаться, как прыгнуть, чтобы больно. Ну, в смысле, не больно было. Да нет же, блядь. Почему у меня не получается? Нифига там мясо. Не, мне кажется, все-таки это надо пешкодрапом. О, дерьмо. Пешкодрапом ты до второй не допрыгаешь. Ну, нечестно. Ну ладно, давай тогда попробуем. Ребята, пока. Все же на пробел. Окей, я сделал это. Нет, не сделал. Второй раз не прыгнул. Какого черта, ребята? Нет. Так, давай. Собрались, сосредоточились. Блин. О! Чуть как вперед. Стоять. Я еду, спокойно. До свидания. Я поехал. Как ваши дела? Пока. Почему он вот одна пять? Пока, я еду. Это работает-то, ё-моё. До свидания. Я поехал. Кот включил гранатомет. Кот включил гранатомет. Не надо! Нет! Дерьмо! Дерьмо! Я подскользнулся! У меня персонаж просто подскользнулся. Слушайте, вот это надо приноровиться просто-напросто. На велике не научился. Блин, зараза! Ребята, если вам кажется, что это легко, это нифига не легко. Да, потому что неотзывчивость управления. Кот просто расслабился, просто отстреливает всех там потенциальных победителей. Не он. Проезжайте. Как ты летаешь, вопрос? Я не знаю, я просто Да ёб ты налево, так как ты задолбал тут стрелять, козёл, падла, вонючка, на тебе. Да ё-моё, вот надо разогнаться и не разгонять. А подождите, на чё разгоняться, кто помнит? На много раз W. Козёл, мать тут, падла, пошел отсюда. О, ёб ты! Опа! А тут бегом. Опа! Блин, не получилось. Слушайте, мы по-моему, это не пройдем. Это будет топ. Это мы можем на. Да я прошел уже почти. Меня тут убил кот. А мы пройдем нормально. Я не пойму, почему я не прыгаю. Опа, полетел, парень. Полетел, хорошо, нехорошо. Так, Варпач, у тебя классные трусы, я все понимаю. Как дела? Привет. Это только. Мать, перемать! Так, ну-ка, посторонись. Опа! Ой, спасибо, чувак! Блин! Я не долетел. Опа! Нормально так. Пошел. Слушай, Лёва, как ты это делаешь? Я не знаю, блин, но я проходил уже до конца. В меня целятся, слушай. А у тебя прям пищит, да? Типа пип-пип-пип, меня целятся. Нет, я слышу. Козёл. Holy shit! Holy shit! Тихо. Спокойненько. Опа! Все, цыпану! Цыпа-дрыпа! Лимпопони, блин! Я готовый! Ребята, все, я прошел! Как ё-моё! Телепортник себе! Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли! Нет!
там дальше тоже трешак какой-то. Стоп! Нет! Да Есть! Бам! Подобрал, хорошо. Так, ребятки, мы продолжаем, двигаться. Мы впереди планеты всей. Не толкай меня, не толкай меня! Ты тоже не толкай! Да я не видел тебя. Лёва, ты весь хайп пропускаешь. Я, да, наверное, но я тут вперед ушел, мне что-то как-то уже... О, нифига, я цепанулся. Больно так как. Как там дальше? А как дальше жестко, знаешь, и высоко. О, моё, ребята, это просто хард... Прям дабстеп получается. Сколько непонятных звуков можно издать? 10 минут уже на этой карте, но нам надо будет как-то сделать это. Да. Я, кажется, понял. Помните, была фишка, что если вовремя встать с байка, когда ты падаешь, можно урон не нанесется, и ты просто выпадешь. Не умрешь. Тут, по-моему, нужно это использовать прям целенаправленно. Лёва, как ты это сделал? Не знаю. Везет. Везунчик я, по сути, по жизни. Я лечу. Чё? Да. Да, я прошел. Сошел? Красавчик, гоу ко мне, тут весело. Понятно. А, блин, падла. Я не знаю, как там дальше пройти. Там надо как-то встать, видать, с байка или что-то такое. Сейчас решим. Давай, мы встанем с тобой. Возьмем за руки, давай. И будем проходить. Варпач, просто нереально хардкорный челлендж выбрал. Да нормально, пойдет. Да мы так каждый день, мы ж профессионалы, блин, типа. Да. О, почти. Да, нет, говно, я сделал почти. Ты решил оставить здесь свой лесопед? Я случайно там его оставил. Он там застрял, я решил побежать дальше. На самом деле нет. Блин, дальше ты сейчас офигеешь, как тяжело, но я, кажется, сейчас почти это сделал. Ну-ка, сейчас я попробую. Я упал. Сюда вместе. Опа. Шо? Подожди, и да. Как? Смотри, короче, отпускаешь и летишь такой, дурак. Тихо. Нет, да твою мать! А, нифига там горение. Че ты там угораешь? Иди сюда. Мы с чуваком дрались за велик, короче. Да? Он отнял у меня велик. И точнее, я у него отнял велик. Я понял, можешь не продолжать. Я в фонтан упал, короче. Сразу серия, вов, час, два. Просто в говно. Я смотрю, Левин велик упал. Распидорило, блин. Вперед прыгнул, меня назад откинуло, и в итоге у меня... Вот дерьмо, это ты там... А, нифига, прикол! Это красиво было, да? Да, это было, да, красиво. Сам стреляй, вот Варпач, стреляй, бомба! Два раза, точно там уже. Блин. Да, Варпач, я смог! Ты где? А, ты здесь? А я прям до отсюда долетал. А, молодца! Опа! Задел! Это вообще, это просто пирог с черникой, я тебе говорю. Yeah, bitch. Так, а что там дальше? Твой. Там дальше сложнее. Спасибо, обнадежил. Твою. Да я с сейвами привык проходить. Ну, с сейвами... Вот так вот, с читами-то. Ну что, Варпач, делаем вид, что мы профессионалы? Мы всегда делаем вид, что мы профессионалы. Ребят, здесь чисто хардкор, чистый. Там чувак что-то пытался, и, видать, у него сдался, он падает, видишь, он постоянно никак не дойдет. Он, может, не знает про фишку-то с падения? Наверное. Да, блин. Почти. Я еще и не умер, прикинь, ребята, со я гений. Что, сделал? Я... Нет. Ну ладно, что, ну гений заодно, будем знать. Очень приятно. Как пройти эту карту? Тут невозможно долететь. Это что? Это кто-то говорит. Это что? Плюс один вопрос. Это уже, понимаешь, это настолько хардкорно, что обычные игроки, у них голос прорезался, они уже в чат голос даже говорят. Это все говно. Варпач, как ты залетал? Да не знаю, я не могу дальше залететь, поделись там мешает секретом. Все. Так. Давай. Тихо, Варпач. Вот, ребят, понимаете? Да дура ты тупая! Да от горения, да от астмы, like burning просто вот. Тут одни мои розовые велики валяются. Боже мой. А я свои зеленые просто сжигаю, знаешь, как костюмы этого. Да. Крайзис, блин. Варпач! Варпач! За что? Ой, Варпач, ой, Варпач.
чтобы вы мучились. Поехал я вертолет найду, не знаю, найду вертолет. Если вы не знаете, как выглядит ад, запустите эту серию, посмотрите. Да. Я взял, Лёва, я взял. Зацепил? Да. Давай, ты. Все, я дальше еду. А я на мотоцикле. Пожалуйста, ну пожалуйста, ну кто-нибудь проедите. Ты просто разогнался и даже не стал запрыгивать на эту бочку, да? Да, почему? Я на бочке был. Мне кажется, здесь надо, короче, рюмку водочки чисто вот на этом. На удачу. Только рюмка водки на столе. Я это чипал. Здорово. Я это сделал, ребята, 27-я минута. Все, наконец-то. Можно мне порадоваться? Можно все. Все, можешь даже не проходить дальше, сейчас мы закончим. Ты, кстати, варпач до конца до самого дошел? Почти, наверное, не знаю, это лютый хардкор. Я еще мучаюсь. Я запрыгнул. Опа! Я до самого лютый хардкорщик. Вот твою мать! Падла! Ты это видел, да? Я так лицо ударился прям вообще просто. Мне так нравится лицом биться, это прям такая боль. Вот четко ехал, но не взял. Так, ну-ка, тихо, блин, падла, я тебе говорю, ну-ка. Опа. Говно собачье. А там вообще, я не знаю, как у меня получилось, но со мной тут еще один чувак катается. Давай. Есть, зацепил сына. Даешь 5 очков Гриффиндору, просто вот. Хорошо. Зацепил, прошел. Супер, как ты прошел? Я не знаю, я свой секрет никому не расскажу, это коммерчески. Не, ну серьезно, я не знаю, просто так повезло. Давай теперь к нам. Давай к вам. Мне почему-то не прыгает. Так, это опять снова будет, да, бомбежка моя? Да, после предыдущего отпустила. Прикиньте, парень там до сих пор проходит вот это вот, что я проходил 20 минут. Это так падает больно, когда в проемы эти, знаешь, лестничные. Я придумал, я гениальный вариант придумал. Прохождение, сейчас вот плюнусь. Катайся там, крутись. Ну, в стекло не попади. Да, детка. Ох ты ж, блин, нет, не падай. Да, я прошел. А еще дальше прошел, не знаю как, ребят. Я еду дальше. У меня не прыгает мой персонаж, когда я нажимаю кнопку тап, он почему-то не прыгает. С автобусом оказалось легко, в принципе. А как дальше пройти? Пешком, что ли? Ладно, я пешком пошел. Блин. Поздно. Да, я эти слова еще в самом начале повторял. Да? Ну, мне еще, видать, надо это, пополнить свой словарный запас. Да, детка, да. А, блин, башку ударился, но на мне каска. На мне был всю шлем. Всю карту прошел? Да, практически. Я уж по прямой куда-то еду. Не надо было выпрыгивать, что? Ух, ребята, это просто жесть. Это просто классическая жесть. Ребята. Значит, понимаешь, у меня слов уже нет. Я могу просто сидеть молчать и злиться. Варпач, объясни, за что? Что мы тебе сделали такого? Да вроде еще. Ничего. Не, варпач просто вот мы давно с ним не снимали, понимаешь. И мы обычно такие карты ворваться. Много проходили, таких карт, он тут решил вот нашумал. Вот. Надо помянуть. Старое, глаз вон. Супер просто. Варпач, за что? Скажи мне просто, за что? Просто ну, так? Что ты делаешь, демона, кусок? Тут, понимаете, тут парни уже ливают. То есть все, они уже сдаются. Сдались, слабые. Нервов не хватает. А я велосипедов, короче, горку собрал, чтобы по ним забраться наверх. Варпач, а ты вот там, по-моему, предпоследний, что ли, чекпоинт. Это говнюк, он сейчас воспользуется. Мои, вот это хитро. Падла, я тебе дам нафиг. Моя задумка, козел, Ванечка. Давай, ну ёб твою мать, ты ёб меня. Я не знаю, я что-то все еду. Я не знаю, когда кончится эта карта. Может, меня уже тебя достало. Обманули, это может новый челлендж, типа надо это. У меня велосипед задымился! Слушай, мы 40 минут ее проходим. Это самая долгая карта. Выжил. Колесо мне в задницу, это же обалдеть, как выжил. Ты. Нормально, ребята, пацаны. Просто взял и выжил. Там дальше еще челленджи, чуваки. Ай, дура, тупая, ребят, летел.
Сейчас прошу всех остановить запись. Пацаны, мы еще долго эту хрень будем проходить. Да, надо вообще ее убрать, мне кажется. Проще заново создать. Это же хардкор, ребят, ну что, это же надо... Должно быть весело. Мастхэвт нужно пройти, это же вот... как в старой доброй лодшкуле. Я, короче, уже взял машину просто на машине. Варпач, я, кажется, понял, про что ты говорил, про машину. Тут уже какая-то, знаешь, доставка пиццы, блин, уже. Чисто подъедь туда, чекни маркер, сядь обратно в машину, едь дальше. Тут уже, по-моему, разработчик карты расслабился просто-напросто. Просто забил, мне кажется. Он просто подумал, вот дебил, кто-нибудь пройдет, нечего заниматься. Кто вообще до сюда дойдет? Да. А не тут-то было. Все-таки находится... О, блин, за мной копы! Да вы серьезно? Это новый уровень хардкора. Телефонные будки, здравствуйте. Да, допрыгнул. Ё-моё, как допрыгну, я должен туда попасть? А, так. Я допрыгнул. Я итак, ребята, дальше все хуже. Господи, тут какие-то баллистические ракеты, воздух, земля, земля, воздух. Нет, тут какие-то бочки. Ох, твою мать, блин. Я застрял там у туннеля, в который надо с полета как-то запрыгнуть. О май гад, не в ту сторону, позиция 3 из 5. Было вроде нас больше. Кто-то не выдержал до конца. О, сдал. Отлично, прошел. Кто-то ливнул. Они все остаются. Ага. Оп. Так. Шикардосик, ребята-то, я уже автобус это самый хардкор, это ребята. Это просто анальное изнасилование. Да. Опа! Твою мать. Эка киска, возьми, давай, прыгни, прыгни. А, что, не получается, да? Зато я угоню твой велосипед. Богами. О, пацан, тоже прошел, красавчик. Ну я тебе, блин, сейчас постреляю, говна, кусок. Да я доброта. Вообще нам стреляет, прикинь, нега. О, это же трамвай, трамвай, стой, трамвай, не уезжай. Вот дальше трамвая, там вообще жесть. Трамвай, я знаю, что можно тебя тобой воспользоваться, пожалуйста, не уезжай, су. Знаете, надо кидать челлендж. Не обливаться холодным ведром там или что-то еще. Все, эту карту и пускай мучается. Причем на время, знаете? Опа, молодец, 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 молодца. Нет, зачем ты это сделала, дура, блядь? Еще и тип тот все-таки прошел. И тачка исчезла, как так? А, ну я тоже прошел. Ребят, мне кажется, мы ее час будем. Кто-нибудь пройти до конца, вот хоть кто-нибудь, и мы можем официально закончить эту серию, пожалуйста. Я вот прорываюсь. А, черт возьми. А, зацепил, хорошо. Давай, дура! Так, это боль, это просто die hard, просто упертые, я вам говорю, мы упертые, мы пройдем до конца. Жесть, да тут еще в подземелье надо спускаться, да вы охренели. С драконами воевать. Да вообще реально, ну вот сюда за алмазную кирку и меч дают, блин. Копы, идите срать. Глубоко. Ребят, вам-то вы там вообще как? Я прохожу. Трамвай, трамвай, ты не поверишь, я просто прохожу. Трамвай, 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 давай, давай, давай. Мой персонаж дебил. Давай, 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 давай. Я воспользуюсь моментом, я воспользуюсь своим шансом, да, 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 да. А вот этого чувака надо просто захейтить. У Лёвы еще хватает эмоций, чтобы что-то... Мне хватает эмоций! На! Я же мне нужен прям здоровый грузовик. Меня сейчас вообще возненавидел мой оппонент, с которым мы держимся на втором-третьем месте. За то, что я сейчас сделал, он просто готов меня тебя рвать. Лёва, скажи, как так? Как у тебя хватает эмоций, чтобы что-то описывать? Я не знаю, я потому что... Во-первых, я мазохист. Все понятно. Дальше, может, не знаю. Я могу не продолжать. Мне нравятся такие карты. Еще один метод. Блин, ты... Понимаешь, у меня на секунду искра в глазах. Все, слезы счастья. Запили единороги. Вот именно ради таких вот моментов играешь в такие игры. Слушай, походу я дошел до финала. Это тут уже просто тупик дальше. Давай, давай, Мэтуэ, давай. Давай, давай, убивай меня, да, убивай, давай, давай. Слушай, он меня убьет, пацаны. О, у меня теннисный мяч, откуда? У меня здесь снежок, черт возьми. Да пошел ты в жопу. Блин, где нормальное оружие? Почему мне дают снежок в руку, когда я должен стрелять из автомата? Гандон, вонючка, чтоб я тебя... Это так оскорбление звучит, гандон, вонючка. Да-да-да-да. Понимаешь, просто вот я, за мной идет тип, я должен его пристрелить, он стреляет из меня из автомата, а мне теннисный мяч, волейбольный мяч какой-то, баскетбольный, снежок. Это что вообще за издевательство-то, блин, я еще пакет с продуктами везу с собой, что ли, а не арсенал.
Просто перед началом игры, наверное, забыл закупиться, блин, в нормальном магазине с оружием, как это принято в GTA. Играю женским персонажем, со мной всегда пакет с морковкой, яблочками, там, значит, помидоры, кидать во врагов в самый раз вообще. Бейсбольный мяч, черт возьми, шо за издевательство. Нет, это реально, это самое хардкорное, что я играл. А мы много чего повидали. Ребят, слушайте, а вы когда на асфальт приземлялись, вы что делали? Вставали, вниз прыгали. Вы на велике пытались пройти там дальше, когда дощечку проходили? Знаешь, дощечку прошел, там дальше идешь. Да-да-да. Вы на великах это же все проходили? Да. Привет, дружище. Уп, на тебе в лицо. Автор карты, покажись, пожалуйста. Да, напиши в комментариях автор карты. Я еду. Там за мной едет один козел, давай его доминировать, он меня бесит. Я его ненавижу, он козел, он мое второе место занимает. Я в него снежком пытался попасть, чтобы убить его в голову. Слушайте, а вот дальше тупо прямо надо будет ехать, да? То есть никаких челленджей. Да, возьми прям машину. Твою мать, вы серьезно, твою мать? Аттракционов? А, нет! Как я еду? Почему я еду? Спросите меня, блин, я не отвечу! Меня такой пронесся. А, что за фигня? Ты что тут стоишь? Потому что не могу пройти. Да? Да там ехать надо. Да мне насрать! Я буду прыгать! О! А, варпач! Ура! О! Ура! Серьезно пройти не мог? Блин! Ты прошел? Типа... Нет! О, господи! Я бегу! Стой! Нет! Мое первое место! Мое! Ой, блин, а мы же реально за первое место сражались. Черт. Ну че, кто? Заспауните! Заспауните мне эту малышку! Все, я поехал, давай. Я пытаюсь по дну проехать по на велосипеде, мне плохо получается. О, отлично. Еще, Лёва, это не конец. Да пошли вы в жопу! Конец, вижу финиш. Финиш, давай! Давай, братан! Давай на чеки-брики, короче, кто победил. Чувак, мы приехали! Я вижу. Давайте. Та-та-та-та-та, варпач, там почти. Там финиш. Давайте, ребята, давайте! На мне дед просыпается! Блин, я тут... Ребят, ну давайте, я жду этой таблички. Так, ну жду там дальше её. Можно пропрыгать именно просто персонажем? Чёрт возьми. Ой, ё-моё, нет. Нет? Мне кажется, нет. Ну там прям нормально так. Там скорость нужна. Так, ну тут вонючка, козёл, бежит вот этот вот. Мне не нравится. Если он... Добро пожаловать в сырную резку, блин. Да ё-моё. Собака. А, это ты, блин, я тебя спутал, да, с чуваком, который там вот пройти не мог. Я по трусам тебя узнал, понимаешь? Да, ну да. А я Милова узнаю по трусишкам. Здорово! Блин! Это очень смешно, это вообще жесть. Давай. Ребят, вы там долго вообще, а? Не знаю, мы тут веселимся тупо на одной трех вот каких-то рампах, черт возьми. Я уже понимаю, что... Членикс едет, третий едет, вижу на радаре. Давай. Я кому мог помолился там. Вообще всем. Ситису. Ты прошел? Да! Да! Все, мы заканчиваем эту карту. Мы заканчиваем ее. Погоди, нет, я еще могу доехать. Мне интересно, кто доедет, я или тот членикс. Все, я остановлюсь. Погоди, я должен. Все. Все. Слезы радости. Я добежал, блин. Во, отлично. Все, я добежал, в жопу, блин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это была самая хардкорная карта, в жопу, всем. Да, всем удачи, всем пока, ребята. Вот теперь все точно конец, Alt F4, все, выйти и забыть.